Они всегда стремятся действовать. Иногда буква «Эй» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями, бывают достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное – никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Они ценят материальное благополучие и придают большое значение деньгам, однако им не свойственна скупость или мелочность. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.